Я хочу объявить, что мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил. И целью нашей является смена теперешней существующей так называемой политической элиты, а на самом деле барыг и отбросы общества, которые контролируют Раду, Кабинет министров и все ветви власти Украины. Нашей целью являются досрочные парламентские выборы, максимально быстро, сжатые сроки. Нашей целью является, еще раз говорю, смена политической элиты, теперешней так называемой элиты, в том числе всей страны. Мы не примем никого, кто больше одного срока был в Раде, кто бы это ни был. Никого, кто больше 2 или 3 лет пробыл на должности исполнителя власти. У нас не будет в списке ни одного представителя прямого или подставного крупного и вообще большого бизнеса. Мы будем поддерживать бизнес, мы будем подчеркивать, что мы будем всячески помогать бизнесу, но мы не будем пускать бизнес в политику, мы не будем пускать бизнес в Верховную Раду. Им там нечего делать. Для меня победа Украины в войне с агрессором – главная цель. Я считаю, что мы победим в этой войне не только, и, во-первых, благодаря героизму наших солдат, это самое главное, но добавок к героизму наших солдат мы только победим когда? Тогда, когда избавимся от украинской политической, так называемой элиты, а на самом деле отброса украинского общества, барыг, которые абсолютно идентичны российскому правящему классу. Пока у нас есть российско-подобные элементы в Раде, во всех ветвях власти, говорится о том, что Украина сможет уйти от совка, уйти от Путина, победить в этой войне, установить мир и пойти в Европу, не получится.